Всем привет, дорогие друзья! Сейчас пару минут подождем, пока вы соберетесь. И сегодня покажу вам несколько акций, о которых я рассказывал, и просто расскажу, что первичнее, график или новости. Да, сейчас сделаю пошире и покажу вам несколько бумаг, и вы сможете все посмотреть. Итак, вот сегодня поговорим о некоторых ситуациях, что важнее, новости или график. Соечки, тоже привет! Итак, если вы посмотрите, то это рекомендация по акции MAXR. Это акция MAXR. Смотрите внимательно, это акция MAXR. Эта рекомендация была дана в районе $5 еще в марте месяце, в апреле и в мае. Я постоянно говорил об этой акции. То, что в инструменте идет очень сильный набор позиций. Видите, был очень сильный набор позиций. И акция сильно рванула вверх. Так вот, когда акция рванула вверх, ничего не было. И вот буквально несколько дней назад выходят очень хорошие новости по MAXR. Я о чем хочу в данной ситуации сказать? Я хочу сказать, что график первичен. Объясняю почему. Очень часто крупные игроки и люди, которые действительно, например, работают в компании, они знают, что происходит в компании. Как вы видите, что скупка началась еще до того, как инструмент полетел вверх. То есть мы можем только обращать внимание на графические анализы. И когда вы видите, что инструмент начинает рисовать картинку очень красивую, которая похожа на то, что в инструменте будет какой-то рост или падение, эти новости выходят потом. То есть, знаете, как говорят в Америке, покупай на графике, продавай на новостях. И вот здесь вот как раз вышла очень сильная новость прямо на этом красном баре. То, что один из банков дал большой кредит MAXR, $180 миллионов. И видите, акция начинает падать. И вот здесь вот выходит опять новая новость о том, что эта компания получила очень большой контракт от NASA на $350 миллионов. То есть, что это показывает? Это показывает в данной ситуации, что новость в этой акции была уже заложена. Да? Костя Архипов, привет, дорогой. И очень важно, обращайте внимание на то, как инструмент себя ведет, в первую очередь. Когда вы видите на графике ситуацию, которая понятна вам, не надо пытаться понимать, какие в инструменте новости. Вот это основной фактор. В первую очередь вы должны понимать, что на графике кто-то пытается покупать, видите? И только потом выходит новость. То есть, что это значит? График всегда первичен, а потом вторичная новость. Очень часто крупный игрок будет специально убивать акцию для того, чтобы ее потом дешевле откупить. Вот следующая ситуация. Акция, которая называется Soli. Я тоже эту акцию показывал. Посмотрите внимательно. Акция, которая называется Soli. Смотрите. Смотрите, что произошло сегодня. Видите? Посмотрите. Сегодня акция сходила 100% за один день. Я тоже эту акцию показывал. Видите? То есть можете посмотреть. Сегодня вышли очень сильные новости. И видите, акция рванула. То есть кто-то эту акцию специально прибивал для того, чтобы по-простому ее купить дешевле. Поэтому, дорогие друзья, график никогда не обманывает. Расскажу коротенькую предысторию. Буквально на прошлой неделе я в среду брал интервью у очень крутого трейдера. Скоро выйдет с ним интервью, Стивен его зовут. И мы как раз сидели и разговаривали, что все-таки первично, новости или график. Он сказал, это человек, который торгует 36 лет. Он сказал, я не смотрю вообще на новости. Я смотрю только на новости в том случае, как эффективно или неэффективно они влияют на ценообразование. Поэтому, дорогие друзья, смотрите на график. Даже если все плохо выглядит, все говорят плохо об этом инструменте, но инструмент не падает вниз, значит, в инструменте кто-то скупает. То есть, если супер все плохо. И также хочу показать, как красиво отрабатывает уровни. Посмотрите внимательно, просто чтобы вы... Смотрите внимательно. Посмотрите, как красиво. Ровно от уровня в $5, видите, копейка в копейку, мы отбились, видите. То есть, не узнать это в хорошем смысле слова, надеюсь, или в плохом. Самое главное, что произошло, чего не должно было произойти, и что не произошло, то, что должно было произойти. Если выходят суперплохие новости, инструмент уровни от Михайловича не учи. Не учи или не учи, это я не понял. Ты ударение ставь, чтобы мы знали. То есть, если вы видите, что выходят суперплохие новости на инструмент, а инструмент не падает,
за читам сидит кто-то супер умный, кто скупает этот инструмент. Вот это основные вещи. То есть смотрите, что происходит, чего не должно было произойти и наоборот. Посмотрите еще раз MXR, посмотрите мои предыдущие обзоры, и вы все поймете. Всем удачи!